У вас продается славянский шкаф? Шкаф уже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. Павел Петрович Кадочников. Советский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, педагог, народный артист СССР. В 1935 году стал актером «Нового Тюза», снимался в фильмах «Иван Грозный», «Подвиг разведчика», «Повесть о настоящем человеке» и многих других. А я человек смирный. Мне бы чарку залить, да козла подоить. Производил такое очаровательное впечатление. Умер актер из-за острой сердечной недостаточности, похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с сыном. Вы знаете, интересно, очень интересно. А люди у нас какие, мы просто как одна семья.